История одного озера, как Леха от щуки спасал. Да, это озеро, в принципе, неплохое здесь. На том берегу, там, прям где я сижу, напротив, там, туда тяжело дойти, конечно. Там дорога не очень. В сапогах только или в болотниках. В общем, в кустах там прямо линяло ведь летом. Ой-ой-ой. На 0,25, на 0,30 леску без поводков. Потому что лени там лопаты. Караси здесь серьезные. Карп есть. Щука. Ну, щука, да. Здесь история со щукой у меня была. В общем, с другом Алексеем. Купил я спиннинг себе. Решил попробовать словить щуку. Это еще было там нам по лет 18. Приехали сюда на озеро, в общем. Там пару забросов, там пляж есть, на пляже прямо удар серьезный. В общем, щука. Дотянул я там до берега мгновенно. Никаких этих не давал ей послаблений. Ну, достал. А ловил раньше щук таких, ну, килограмм, не больше. А так где-то вроде как 3-300 было. Я ее достал, а воблер у нее в пасти. И я его рукой как бы хотел, знаете, по неопытности. И она головой мотнула, в общем, палец мне насквозь тройником на воблере. Хорошо, у Лехи были плоскогубцы в машине, он с мясом достал. А пока это все происходило, с другого берега мужичок увидел такие движения непонятные на велик и быстренько приехал. В общем, сразу ей шею сломал, все. И она уже, ну, не оказывала сопротивления. Принес домой ее. Родители говорят, где ты ее купил? Ой, да, вот такая вот история.